Обследовал я вот этот вот бутерброд, ребят, успешным образом. Так, ну давай, давай, мышка, что такое? И сейчас вот у меня вызывает чего? Интерес. Вот, видите, концы этих труб, там наверху что-то оттуда изрыгается. Может, нам можно через них спуститься, или там что-то расположен, какой-то телепорт или что? В общем, вот идет такси. Тогда мы что, сейчас мы прыгнем на это такси и попытаемся вернуться наверх. Видишь, он что делает? Он перелетает его над ним. То есть с этого рога я даже и не поднимусь никуда. То есть мне нужно на другой рог, чтобы прыгнуть на такси. Погнали. Да, быстрее, Гордон. Вот на этот. На этот рог, давай. Так. Сейчас придет такси, мы прыгнем и перелезем наверх, а потом попытаемся вон через эти с такси на такси и попытаемся на эту верхнюю башню забраться, ну, потому что я не вижу других перспектив, в принципе, вообще их не вижу. Ну, что такое? Ребят, тяжело. Не то слово. Так, куда ты улетела, собака? Давай еще одну. Тихо, 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 тихо. Хотя есть возможность на жопу зато посмотреть. Так, давай тогда. Блин, так. Давай, давай. В принципе, можно вернуться на более раннее сохранение. И оттуда, вот сейчас этот спустится. Он должен спуститься. Давай. Хорошо. Так, и теперь мы с него тогда прыгнем наверх. Вот так. И теперь тогда еще на какое-то такси. Сейчас сохраним игру и попробуем тогда вот на эти верхние рога как-то подняться. Так, ну давай, давай, что, собирается она спускаться? Не собирается. Кто-то меня отсюда заберет. Смотри, а? Они не спускаются нихера. Ну, просто они так вот кругами ходят, то не спускаются. То есть вернуться у меня перспективы нет отсюда. Вот, да, так, так, ну и что? Только тихо, осторожно. Осторожно, да как-то получилось-то. Охренеть просто. Ладно, будем думать. Так, подожди, вот этот сейчас весь вот так взлетел, сейчас он пойдет на понижение, давай попытаемся спрыгнуть на него. Если он пойдет на понижение. Он не идет на понижение, собака. Ну вот я говорю, вот оттуда, видите, сверху дымок идет. По идее, единственный вариант. По идее. Не хочу я прибегать никаким помощям. Так вот. Нет, здесь просто все запаяно. Никак. Тишина, главное, такая космическая стоит. Ладно, давай смотри, хорошо. Хорошо. Ребят, попробуем отсюда начать. Вот. Вот. Вот, 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 вот. И вот здесь смотри. Желательно бы нам попасть. Да это тоже ничего не даст. Это тоже ничего не даст, ребят. Видишь, что творится? Мы туда не попадем. Здесь вот эти три острова, с которых мы прыгали. Это тоже ничего не даст. Ладно. Ребят. Что делать-то? Буду думать. Так это, конечно, просто абсолютно безвыходно. Буду думать. Читать пейджер.
Туда наверх мы не пролезем. У нас такси туда не везет. Вот на эти, на верхние трубы. Это просто, они просто изрыгают пламя, и к нам это никак не относится. Но попробовать еще раз вернуться вот на тот остров. Ну а что это даст? Ладно, ребятки.